сыграли в ничьи. И вот 1-0, смотрите, первым же ударом в створ. И вообще в сторону ворот Клименции выходят вперед. Если я правильно понимаю, это отличился Никита Емельянов. Номер 89. Это, знаете, так спокойно и на трибунах. Фонов пробивает и, судя по всему, рикошета. Вот Бруно Таффи мяч вылетает в ворот. И гол! Розыгрыш и гол Сергея Сергеев. Один сейчас выигрывает. Ну а вот и автогол, наверное. Он пробивался Александр Умалёв. 3-1, как бы ко мне подносить. Ну вот гол, пожалуйста, вам Евгений Мурашов. Если я правильно понимаю, это его сейчас. Как бы там не было. 2-3, у нас минус 1. Сезона 4-2. 4-2. Я с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч в эфире.